Сполучені Штати дадуть допомогу, Російська Федерація стерить і хоче надавати малюку чи отримати його у себе, а змінять докази причетності ГРУ РФ до дивакуватих хвороб американських чиновників. Не тільки про це говоримо просто зараз. Ірина Узлова, моє ім'я. Сьогодні у нас понеділок, 1 квітня. Це значить, що ми розпочинаємо наші щоденні рубрики по буднях із Борисом Тізенгаузеном, політехнологом. Борисе, привіт, рада бачити. Слава Україні! Вітаю, героям слава! Просто таки розродився, прости господи. Значить, спікер Джонсон оголосив, що винесе на голосування пакет допомоги Україні, ймовірно, 9 квітня. Принаймні, про це говорить голова комітету з розвідки Палати представників США Майк Тернер. Законопроєкт винесуть на голосування в Палаті представників одразу після закінчення великодніх канікул. Про це він говорить в інтерв'ю виданню NBC News. Дон Бейкон також підтверджує, конгресмен-республіканець. За його словами, відповідні заяви зробили спікер Палати представників, легендарний, так би мовити, Майк Джонсон і голова комітету закордонних справ Майкл Маккол. Ох, що ж на них таки вже дотиснуло, змотивувало, чи наша сторона, чи розуміння невідворотності, чи розуміння ризиків зі сторони Російської Федерації, яка готується лише масштабувати свою агресію, чи вірите ви у перспективність цього, цієї дати голосування? Да, от як все-таки цинічно звучить, да, після пасхальних канікул вирішили винести голосование, то есть у кого-то пасхальные каникулы, кролички пасхальные, а у кого-то уже и стрелять-то нечем, по большому счету. Но ничего, подождете, мы тут поотдыхаем. Пасха все-таки, Христос, как говорится, воскрес. Вот. Ну, то есть звучит очень цинично, если не сказать больше. 9 апреля будут, скорее всего, выносить, спикер Палаты представителей об этом сказал, но там вынести – это не значит проголосовать. А следующие каникулы у Конгресса идет на них 22 апреля. Хорошо живут, Борисе. Это так працюют, что и не перепрацьовывают, видається. Ну, наши не отстают, скажем так, закрывают заседание, не проголосовав ни одного закона, пропускают пленарные недели. Ну, в общем, тоже не отстают наши, прямо скажем. Так вот, если не проголосуют до 22 апреля, опять уйдут на каникулы. Там, когда, непонятно. То есть не так все, да, уже хотя бы какая-то конкретная дата вынесения голосования, но опять же, вместе с Израилем этот пакет будет в том объеме 61 миллиард или меньше. Ну, в общем, куча всяких «но». И здесь становится, наверное, понятно многим уже, что, а может быть, дело-то не в каких-то там противостояниях демократов с республиканцами, а может быть, как-то ну, другой план есть у наших западных партнеров. Про что я сейчас говорю? Про то, что ну, да, демократы обвиняют республиканцев, республиканцы обвиняют демократов, и те, и другие смотрят косо на республиканцев-трампистов, мол, это вы. Так а по факту кто виноват? Если бы одни из перечисленных мною категорий, кто заседает в Конгрессе, пошли бы на уступки и сказали бы, а при этом, что самое интересное, все заявляют, мы, Украина не должна проиграть, Россия агрессор, вводим там санкции и так далее. Но почему-то не очень нравятся идеи, эффективные идеи Украины бить по российским НПЗ и заходить в Белгород. Вот много, это я сейчас, знаете, я никаких выводов не делаю, я набрасываю определенные события, и вы знаете, у нас программа всегда, мы даем возможность выводы сделать нашим зрителям, мы их не толкаем к определенной точке зрения. То есть, есть какой-то план, если ты внеплановые действия, например, бьешь по НПЗ, тебе говорят, ну, так делать не надо. Вот. Вот как мне видится со стороны вся эта ситуация. И, естественно, наши государственные мужи, руководство, они в некоторой степени зажаты в тиски. Почему? Потому что Украина зависит от западной помощи. И сказать напрямую, что вы на нас давите, мы же по НПЗ как эффективно отработали, нельзя. Поэтому
Поэтому есть такие программы, как у нас с вами, где мы можем это говорить. И, наверное, в данном случае даем возможность понять всем и сделать свои выводы. Не всегда очень приятные, кстати. Але зате реалістичні. Ну, будемо стежити пильненько, 9 квітня вже не так-то за горами, як і 22-го, і будемо дивитися, на що наважиться і що керуватиме американським політиком. Тим часом росіяни накопичують Криму циркони і завершують будівництво своєї нової залізниці, про яку неодноразово говорили ми в нашому ефірі з Петром Андрющенком, радником міського голови Маріуполя. Через Маріуполь до Криму її вже докладають. Вона може становити серйозну проблему, але, в принципі, ми її розв'яжемо, каже очільник ГУРМО Кирило Буданов, тому що сподівається, сухопутною ділянкою залізниці ми якось впораємося. В цьому досвід у нас всіх є, і це набагато легше, ніж питання Кримського мосту. Вони намагаються побудувати цю залізницю від Ростова на Дону до Донецька та Маріуполя. Далі її планували пустити до Криму. І ось в такому глибокому тилу вона буцімто має спростити військову логістику та зменшити залежність армії РФ від Кримського мосту, який, нагадаю, є, по-перше, незаконною конструкцією, а по-друге, після неодноразових наших ефективних влучань по ньому втратив свою таку потужну пропускну спроможність. Відтак, що відомо, Борисе, про завершення будівництва цієї залізниці? Чи дійсно ми з нею легко впораємося? Хай ворог не думає, що знайшов обхідний шлях в прямому і переносному сенсі. Що відомо про настрій окупантів в Криму і накопичення ними оцих сумно, славно звісних цирконів? Ну, понятно, что железная дорога более легкая цель. Во-первых, она ближе, чем Крымский мост находится. Во-вторых, поразить ее гораздо проще. То есть Крымский мост все-таки это там, серьезное количество взрывчатого вещества нужно было завести на него, чтобы обрушить два пролета. То есть представим себе, это залили туда бетона, даже не представляю сколько. Сколько можно было там, наверное, небольшой город построить и квартиры раздать всем малоимущим в России, или там несколько десятков школ из этого бетона. А уж если не бетон, не в бетоне, а в деньгах пересчитывать, то там вообще можно было, наверное, газифицировать всю оставшуюся Россию, которая не газифицирована. Ну, не суть важно. Пусть строят, конечно же, ну, во-первых, это затраты, во-вторых, это иллюзия, что будет альтернативный путь, если вдруг Крымский мост подустанет. Ну, а если подустанет и железная дорога, и Крымский мост, то альтернативного пути не будет. Единственный путь будет только по морю. Ну вот есть паромная переправа, через нее не навозишься там много. Есть БДК, остатки 5 штук, которыми они все-таки периодически довозят боеприпас, потому что, понятное дело, если ты везешь боеприпасы, то тебе нужно наверху, чтобы над тобой стояли еще установки, которые защищают от дронов, от надводных дронов, ну или как минимум все так думают, что они защищают. Поэтому вот так. То есть понятно, что железная дорога гораздо более легкая цель, но нет сейчас легких целей, потому что оружие, чем-то там, по ним нужно стрелять, а вот исходя из предыдущей темы, не сильно спешат там. Ну, благо, спасибо Европе, ускоряется, значит, нашим европейским партнерам, те, кто понимает, что такое промедление с поставкой боеприпасов для Украины. А вот теперь про цирконы, да. Про эти. Россияне действительно перетащили, но, скорее всего, большую часть этих цирконов в Крым, запускают их из установки этой «Бастион», из которой «Ониксы» запускают береговой. Но есть еще информация сейчас, что россияне уже начали использовать объект 100, так называемый, дивизион, который недалеко от села Оборонное находится, там где-то километра полтора от Балаклавы. Что это такое? Это вот в советское время было построено комплекс сооружений для подземных шахтных пусков ракет, в том числе тех, которые тогда должны были там до Босфора долетать с ядерной боеголовкой 350 мегатонн, по-моему. Так вот, это просто подземный городок из бетона, там, наверное, столько же, сколько на Крымский мост потрачено. Туда ракеты поставляются, ну, там завозятся, там есть даже своя железная дорога для доставки. Там же существуют цеха по программированию и заправке ракет. То есть это
мощнейшее сооружение, объект 100 или сотка, как его называют в Крыму. Это был объект, который принадлежал военно-морским силам Украины. Потом, конечно, россияне аннексировали незаконно Крым и начали восстанавливать, потому что этот объект, он был разграблен, там провода, металл цветной, такое, все это было вывезено, и они его восстановили, этот объект, и в 2019 году даже, по-моему, тестовые пуски какие-то проводили. То есть вот есть ощущение, что россияне будут этот объект, ну, эта вся информация известна нашим спецслужбам, есть информация, что россияне будут этот объект использовать для запуска циркона, потому что пробить его через толщу бетона горы, в котором он расположен, ну, крайне сложно. Мне кажется, у нас нет такого оружия сейчас. Поэтому, ну, вот такая информация. Ну, а цирконы, да, это малоприятное оружие, хотя четыре раза они, четыре циркона они запускали по нам, один, один и два. Первый полетел в конце прошлого года, и вот два, помните, когда их сбили, здесь часть ракеты попала туда, на Печерские Липки, снесла пол корпуса там, благо никого не было в этом корпусе, академии. Летят быстро, но сбиваются. То есть вот это еще один удар под дых путинской пропаганде военной, мол, супер, гипер звуковые, несбиваемый, оказывается, сбиваемый, и оказывается, сбиваемый Патриот. И вот это каждый раз, и мне статистика попадалась в последнее время, что россияне постоянно теряют на военных контрактах. Понятно, что им сейчас самим нужно, но происходят отказы от покупки российского оружия, потому что в мультиках, в видеофильмах оно одно, а в реале оно другое. Сбивается, еще как сбивается. Но оружие очень опасно. 3 минуты из Крыма летит до Киева, до Одессы, минута с небольшим долетает. К сожалению, это просто... Ну, мы помним, секунда включается тревога, через 3 секунды уже сбивают их тут. Але завдяки тому, що ми, по-перше, усвідомлюємо ці загрози, по-друге, сподіваємося, що будуть і дані нам засоби ППО додаткові, і так само ракети для Петріоти не лише, то ми будемо це збивати, і російським окупантам не буде життя тут ані мультиком, ані медом здаватися, коли вони будуть чи то сушою, чи то по повітрю намагатися атакувати нашу землю. Російська Федерація закотила істерику через теракт 22 травня, чергову, вимагають видати малюка, причому згадали там все, і ліквідацію Прилєпі, на Татарського, Дугіної, підриви Кримського мосту, грішна справа, одним помішали, все в одне. Кажуть, сліди всіх терористичних атак проти Росії ведуть в Україну. Просто таки сюди, до малюка. Як каже Ігор Едман, соціолог-політолог з Німеччини, Бен Ладенко сидить і роздає тут, значить, всі ці накази. Ще й прикметно, що МЗС Російської Федерації із офіційною вимогою видати їм малюка і його пособників-терористів згадало, знаєте що, Борисе, міжнародну конвенцію про боротьбу з бомбовим тероризмом, Міжнародну конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму – це вони, терористи номер один в світі, які порушують всі імовірні, взагалі, чинні і не лише конвенції в світі, всі, взагалі, нормативи і закони, по яких живе цивілізований світ, вони, значить, тут згадали конвенції. ОСБУ відповіли, нагадали, що Путіна самого так-то від 17 березня минулого року ордером Гаазького трибуналу на арешт за незаконне викрадення українських дітей розшукують. І сказали, будь-які слова російської МЗС є нікчемними, я додам, як і саме МЗС, як і сама Росія. І Російська Федерація насправді може зробити тільки одну заяву, яку варта увагу на весь світ оголосити про свою поразку у війні та вивід окупаційних військ з української землі. Ну, вони вже не перший раз шукають, арештовують, намагаються видати, але як багато тут цинізму ще зроблено в це в річницю другу деокупації Бучі, де росіяни творили такі звірства, які не підлягають ані моральним, ані законодавчим оцінкам. Да, ну, понимаете, вони же живуть совершенно в ином, то есть российские чиновники, такие как Лавров, Небензя, они же все понимают. Это агентура КГБшная, которая обучена врать, обучена ломать информационную парадигму, обучена говорить ну, просто абсолютную дичь и понимать это, что она говорит, эту дичь. То есть, вот, когда Небензя зачитывал про боевых каких-то насекомых на трибуне Совбеза ООН, он прекрасно понимал, что он полнейшую чушь говорит. Когда Лаврова осмеяли на саммите большой двадцатки в Индии,
когда он сказал, мы, значит, защищаем, он понимал, что он говорит. То есть тут, кстати, есть, ходят слухи, что Лаврова в ближайшее время менять собираются. Ну, посмотрим. Поэтому мы тут немножечко не дожимаем. То есть сейчас объясню, почему. Каждое вот такое заявление, значит, апелляция к конвенциям различным, просьба экстренно созвать Совет Безопасности ООН – это информационный повод. То есть вот это позиция России. Они обвиняют Малюка, просят выдать главу СБУ им, обвиняют в том, в этом, созывают там что-то. То есть они этот механизм бюрократически используют в полную силу. Все равно, как бы это странным ни казалось, Совет Безопасности ООН вынужден собраться, будет и выслушать этих неадекватов по вопросу там, теракта, обстрела Белгорода, как они это преподносят. Мы же, ну, думаем, организация обеспокоенных наций, там, они ничего не решают. Они ничего не решают. Но задалбывай, они же для чего-то существуют. По крайней мере, их потенциал даже очень ограниченный. Можно использовать. Собирать совбез, заявлять с трибуны, собирать делегатов этих всех. Не мы же за это платим. Вот ООН, бюджет есть. Готовиться, то есть к дебатам с Небензей там, уничтожать его там, проводить политику кулуарную. То есть это все нужно делать. Оно же там все. А мы думаем, да ну чего там оно, ничего не дает, не будем и собирать. Вот этот бюрократический механизм, к сожалению, Европа сильно зарегулирована, забюрократизирована. Вы же видите, что там от решения до фактически поставки или от решения до указа какого-то проходит очень много времени. Поэтому надо нам это использовать. Что касается выдачи Малюка, официальном, кстати, обвинении Украины в причастности к этому теракту, то есть ощущение, что в прошлом году они гонялись за Будановым. Помните, они по ГУРу пытались там кучу раз попасть, выпускали программы. Почему Буданов это на самом деле киборг уже? Они его там анализировали как-то, замеряли, что вот он как-то не так повернулся. В этот раз у них новая цель. Глава службы безопасности Василий Малюк. Будут гоняться за ним, я так понимаю. Придумывать, как его там где-то отравили или еще что-то с ним сделали. Ну, в общем, им вот этот живанина, это, да, фастфуд для россиян очень нужен. И они будут конспирологические теории плодить, что это уже не тот Малюк, а вот другой Малюк. Но у Малюка есть, как это, спросите за тавтологию, еще малючки такие, надводные дроны, которые каждый раз, когда они будут просить выдать им Малюка, Малюк им будет выдавать вот этих вот малюков. И российский Черноморский флот будет страдать, печалиться, редеть и оттягиваться в Новороссийск. Они уже там баржи целые на входе в бухту поставили. То есть готовятся обороняться в Новороссийске по полной программе. І буде їм невкусно і точка. Їжте не обляпайтеся, так би мовити. Ще два ФАБи скинули російські літаки на Білгородську область. 31 березня ФАБ-500 знайшли в районі хутора Ніна, а в районі села Крюкова знайшли також об'єкт, який заздалегідь знаходився ФАБ-500. І це вже 16-й випадок за останні два тижні. Ми обговоримо це далеко не вперше. Так видається, що, м'яко кажучи, це не просто внештатне схождення боєприпасів. Може, в цьому є насправді пряма ключова ціль – бомбити своїх же ж? Ну, они не разрываются, эти боеприпасы, когда сход происходит, ну, по крайней мере, в большинстве случаев. Было бы, наверное, интереснее, если бы ощутили на себе те, кто там на территории России находится, вот что ощущают на себе жители прифронтовых сел и городов уже очень долгое время. Естественно, происходят неприятности. Это для россиян неприятность, для нас-то нормально все. Вот. Износ техники, пилотов не так много. Пилоты уже не такие профессиональные. То есть профессиональные все там в большинстве в первые два года войны были уничтожены. Сейчас мы видим уже из летных школ прямо, из
университетов забирают. Ну, то есть много всего такого, износ техники. Понятное дело, россияне не могут производить, у них западных компонентов нет. Помогают им, конечно, всякие крысы, простите за слово это. Но, а друг, я бы даже похуже назвал, но мы же с вами на голубых экранах находимся и в Ютубе. Похуже я могу назвать на своем стриме. У меня вчера был стрим с подписчиками. Час мы миллион вопросов обсудили, поэтому рекомендую, кстати, пользуясь случаем, подпишитесь. Живая беседа всегда. Сделать очень просто, если вы нас на Ютубе смотрите. Вот тут синими буквами под видео написано «Teasing Out». Нажимаете, всплывает окошко, жмете «Подписаться» напрямую. Будем с вами общаться, любые темы обсуждать и не стесняться в выражениях. И на 24-й канал еще более обязательно подпишитесь. Однозначно, і рекомендую я і від себе, друзі, там пряме спілкування з Борисом щотижня, ну і розгорнуті коментарі, аналітичні, звісно, фахові роз'яснення на ті теми, які ми порушуємо в наших ефірах, і які турбують нас щодня, нас, українців. Разом отак до перемоги в інформаційному плані теж, тому що Росія – це загроза всюди, і поза межами терористичної федерації, поза межами нашої країни. Я вас знайду, уб'ю, переїду і принижу. Вбивство російського пілота Кузьмінова, який перейшов на бік України, було посланням. Пише New York Times, воно нагадує, що не дарма залишили там гільзи від 9-міліметрових патронів Макарова, які були стандартними боєприпасами ще з часів комуняк. Підказка це, яка демонструє, хто скоїв вбивство. І чітке повідомлення вбачає тут високопоставлений чиновник Guardia Civil, іспанської поліції, яка контролює розслідування вбивства. Він думає, що це послання, я вас знайду, я вас уб'ю, я вас переїду і принижу. Мова не йде про звичайне шпигунство, йдеться про операції, ці операції можуть включати вбивство. І ба більше, вони тут нагадують про інші схожі операції, як із вбивством Кузьмінова, зокрема, вбивство колишнього командира чеченських повстанців в Берліні Зелімхана Хангошвілі в 2019 році, і отруєння, яке ми тоді порівнювали, ще колишнього співробітника російської військової розвідки Сергія Скрипаля в британському Солсбері у 2018 році. І от New York Times каже, що це приховане повідомлення може стати завдяки поширенню пропаганди Російської Федерації меседжем іншим громадянам Росії, особливо військовослужбовцям, що ми вас знайдемо, якщо ви нас зрадите, а інші росіяни отруєні пропаганди можуть наслідувати приклад тих, хто бив Кузьмінова. І це ще не все, тому що інсайдер разом із Держпігелем та іншими медіа в спільному розслідуванні, яке називається «Гаванський синдром», пише про те, що ГРУ покалічило десятки американських дипломатів по всьому світу за допомогою секретної зброї. І цей «Гаванський синдром» широко обговорюється ще з 2016 року, коли співробітники американського консульства в Гавані почали відчувати раптові напади нудоти, запаморочення, стрибки тиску, звукові галюцинації. І не тільки. Впродовж 10 років жертвами «Гаванського синдрому» по всьому світу стали сотні американських дипломатів. От так, небезпека російських агентів, російських шпіонів, російських вербувальників, вона всюди не лише залишається, а ще й зростає, наскільки дійсно можуть інші отак брати приклад, отруєні Соловйовими і всіма подібними їм, і робити ось ці такі вбивства возмєздя, чи я не знаю, як вони, що які цілі вони сюди закладають. І як мають реагувати, Борисе, розвідки і спецслужби західних країн, які знають про цю загрозу, так треба і протидіяти їй, очевидно. Да, так тут ведь, понимаете, как раз в этом-то и суть. Адекватно, асимметрично ответить россиянам, ну, если будет доказано, что это они так или иначе воздействовали на дипломатов американских, ну, это представьте, они просто берут, травят или, не знаю, испытывают какой-то биологический яд или оружие, или химическое какое-то оружие на дипломатах американских. Ну, если бы это было доказано, я думаю, что есть... Вот в этом плане мне Израиль нравится. Вот прекрасно. Гонялись за этими террористами, которые израильских спортсменов расстреливали, гонялись за ними по всему миру, в 7 или в 8 странах их ликвидировали. Причем показали, что вот абсолютно плевать. Там были даже ошибки такие, что там, грубо говоря, террориста одного с официантом перепутали, точнее, официанта с террористом, застрелили официанта на глазах у его жены. Израилю было плевать, где найти, в Ливане, в Париже, во Франции или еще где-то. Просто догоняли и расстреливали всех причастных. Потом арестовывали израильских агентов, потом Израиль по своим каналам, конечно же, их иногда через годы обратно забирал. Неотвратимость наказания. Путин
Он за 20 с лишним лет запугал весь мир, что только он способен. Если он захочет Литвиненко уничтожить, Березовского, Скрипалей, еще кого-то, даже на территории других государств. Поймите, на территории чужого государства прилетают какие-то два отморозка, на все камеры попадают, и Литвиненко полонием, эти вообще следов оставили радиоактивных огромное количество за собой. То есть почему нельзя ответить Путину жестко? Вот. Что мы знаем? В один день вдруг умерли десятки агентов Путина, глубоко законспирированы, отравились колбасой, как говорится, и настойкой какой-то. То есть, но это же нельзя, это же терроризм считается, убийство, ну и так далее. А Путин понял, что ему можно переходить эту черту. Американцы, кстати, когда дело касается нефти, вот, они сильно не церемонятся. Те же путинские вагнеровцы, которых просто там до 500 человек просто размотали в битве там за одной из нефтяных полей. Вот, когда нефти касается, поможем и на территории там стран Ближнего Востока русских распылить на атомы. То есть нет жесткого какого-то, ну, лидера, который скажет, Путин там сколько, 200 наших отравил, типа, 1000 его дипломатов отравить, выслать, уничтожить, деньги там заблокировать, счета арестовать и так далее. Понятно, дипломаты, неприкосновенность. Ну, то есть, абсолютно методы, что Путин знал, что отравив одного человека, он в десятикратном размере получит ответ или совершит покушение. Но от этого Кузьминова, кстати, там сильных сожалений навряд ли кто-то испытывает, потому что он, ну, идея-то какая у него была? Он не болел душой за Украину, я так думаю, это мое мнение. Потому что человек, который за Украину душой болеет и не хочет воевать, он потом не берет 500 000, не едет в российский квартал, не катается там на Мерседесе С-класса, не шарится там по барам, по ресторанам, вот так вот с... Его только что по телевизору показывали, и потом не начинает... ну, то есть он его просто, он сам ждал, наверное, когда за ним придут, и сам был виноват. Поэтому он, если бы он хотел спрятаться, если бы он хотел где-то залечь на дно, он бы совершенно иначе бы себя вел. Но в данном случае Путин и его спецслужбы показали снова всему миру, утерли, как говорится, нос, сопли, не знаю, что там еще... Пока не будет жесткого, адекватного ответа ему за такие акции, он будет дальше это продолжать делать. Да, однозначно. Тут треба отак правильно з коефіцієнтом 50 до 1, щоб неповадно було, так сказати, око за око. Ну, будемо спостерігати за активністю і рішучістю наших партнерів. І тут бачимо, що зачастую бракує в різних сферах, не лише з тої, якої ми починали, надання нам допомоги, а й протидії захисту власних інтересів і власних чиновників. Дякую, Борисе, за цю розмову. Як завжди, реалістично, фахово і зрозуміло. Побачимося з вами вже завтра. Час мене дуже швидко. На все добре. Борис Тізенгаузен, політехнолог Ірина Узова, була разом із ним. Друзі, дякую, що дивитеся, обираєте, довіряєте. Коментуйте, будь ласка, пишіть свої думки з приводу тих тем, які ми обговорили. Завжди цікаво вас почути. І підписуйтеся на Ютуб Бориса, на Ютуб 24. Завжди нам приємно, коли вас більше. Це значить, що не дарма ми тут сидимо і робимо свою роботу. Ну і кожна ваша підписка, кожен ваш лайк дозволяє кожній нашій розмові просуватися просторами Ютубу. Так працюють його алгоритми, і ми вдячні вам за цю підтримку. Бережіть себе, вірте в Збройні Сили України. Побачимось.